я скажу, а вы меня потом будете ругать. Вот, нет, я стоя лучше, мне проще. Спасибо большое. Вот смотрите, там есть фотографии в августе месяце, сентябрь это как раз, когда я приобрел. Я хотел бы, чтобы эти фотографии прошли по кругу. В каком состоянии я приобрел здание? Давайте с этого начнем. Здание 8 лет стояло бесхозное, забитое фанерой. Мало то, что я надеялся, если честно признаюсь, когда я его за 12,5 миллиона в августе приобретал на кредитные средства, я надеялся, что там хотя бы крыша живая. Сегодня при тех процедурах, которые произвели вскрытие крыши, она тоже сгорела и просто прикрыта металлическими листами. Там есть фотографии, вы все это сейчас увидите. Вот. На сегодняшний день я приобрел просто стены. Я приобрел стены и разрушенный фундамент, который лопнутый пополам. То есть, какие работы на 3 миллиона я сейчас произвел дополнительно к этим 12,5. Это усиление фундаментов. И сейчас нужно полностью менять всю кровлю. Что я хотел сделать? Не просто, можно, конечно, поставить там просто батуты, так как все там делают, там что-то новое хотелось сделать. А хотелось что сделать? Центр творчества детей, где ребенок, вот, допустим, ну вот умеет он хорошо рисовать, чтобы он не просто рисовал, да, ну, допустим, рисует, а чтобы ему с детства привить, там уже школу он заканчивает, и он уже может не просто нарисовать картину, он знает, как ее реализовать, продать. То есть смысл в чем? То есть проводят выставки, пятиклассники сделали, провели выставку по продаже своих собственных картин, да? У кого-то раз купили эту картину, у кого-то ребенка, он уже это, у него в душе, так, я вот не просто рисую, я могу на этом заработать. Понимаете? То есть творчество завязать немножко с коммерцией. Ну, допустим, по телевизору смотришь, кухни готовят там. Дома, конечно, бардак не устроишь, там кухню какую-то, да, ну, допустим, мамочка. А детей привели, они там научились готовить. И это все можно завязать даже с телевидением, ну, красиво, как вот нам показывают, как в больших городах, да. Или, допустим, творчество тоже, ну, по танцам там, ну, они проводят. Не просто там вот мы собрались, а пришли в ДК, да, по мере возможности мы детям даем это образование. Ну, допустим, есть 2-3 человека, хотят свое что-то сделать. Это просто как одни из направлений. Я не говорю, что это все. И для этого есть творческие люди, которые потом придут, я надеюсь, в это здание. И они что-то это как-то сделают. Но мысль попробую вам передать. То есть, получается, они сделали какой-то и провели какой-то праздник, день рождения там в этом же зале. Ну, красиво там выступили даже, да, перед своими одноклассниками там где-то. Приехали какие-то коллективы из соседних городов, тоже выступили в соревновательном таком, ну, вот. Вот такое вот направление, да? То есть есть там для маленьких детишек, извините, да, вот пришли там на батутах, покатались и все. Я вот смотрю просто там, ну, поиграли на этих там всех этих аттракционах. А развития как такового, вот завязать с коммерцией, такого нет. Вот хотелось бы вот что-то такое сделать. Потом, вот даже на Новый год общался с тех, которые возят артистов, да, люди. Вот даже Евгений вот Пасечник возит артистов, да, сюда, в город, привозит. Он говорит, я вот привезти коллективы, говорит, детские не могу, ни Барбарики, ни детский хор Великанов. Потому что, допустим, новогодние праздники, все ДК заняты, чтобы заработать себе какие-то копейки. Понимаете? Чтобы содержать эти здания. Вот. А чтобы привести какой-то новый коллектив, который выступит перед детьми, не только для нас, взрослых, там приедут артисты, выступят. А почему бы не здесь? Он говорит, а там, говорит, зал, если этот отремонтировать, то он, в принципе, небольшие коллективы может принять. И вот тут сарай, где я, ну, за который вы ругаетесь, я, который сзади хочу просто, там хотел я маленький просто поставить вот такой домик. Вот вы паралисни, вот так вот можете тоже передать. Для чего? Да если там, ну, приедет, даже не важно там, не захотят нас посетить, может быть, крупные коллективы детские, да, какие-то. Ну, приедет просто даже с Устилима, творческий коллектив, который с нами соревнования. Да, это интересно же прийти с внуком и посмотреть, как наши выступят, как их не выступят, кто какое место займет, да. Они же могут остановиться в этом сзади домике и выступить прямо тут же. Ну, это маленький коттедж будет, правильно, домик? Он будет в границах вашего вот этого сарая. Это 100 квадратов и 100 квадратов сверху. 200 квадратов. Это будет маленький коттедж. Думаю. Да, да, да. Правильное решение. Правильное решение. Так же делал. Грамотное решение. Да, грамотное решение. Но ни в коем случае не парковой зоне. Я согласен с вами. Я бы так же делал. Все-таки хотел бы понимать. Вроде действительно вы рассказываете, все здорово, великолепно. И хочется в это верить. И да. Приятно даже, что есть такие люди. И тем не менее, вы говорите, взято это на кредитные деньги и вкладываться туда еще выше, да, чем, ну, на, честно, чем потрачено, да? Но это же далеко не коммерческое предприятие получится. Так, почему вы так решили? Или вы думаете, вы что знаете, перспектива что это будет? Да, это приносит, по крайней мере, я вам говорю, оно само себя-то окупать-то будет. Через сколько?
Ну давайте тогда так с вами будем. Не будем вообще ничего строить, а будем просто торговать. Ну, в Китае давайте. Закупать все и торговать. Пусть даже это будет та идея, которая для многих показывается безумной. Но от безумных идей многое всегда и рождается и толкается вперед. Очень хотелось бы поблагодарить, что такие люди в городе есть, которые хотят реализоваться здесь. Коммерческая инициатива, да, хорошо. Самое важное, мы должны понимать, что на территории появляется хозяин, собственник, который начинает за этим следить, улучшать это. И очень хорошо, когда он еще и помогает реализоваться нашим молодым детям и участие в этом принимает. Потому что направленность данного помещения, она также оставляется культурной направленностью. Ну, плюс еще она в современный вид преображается, делается значимым для города и делает все для того, чтобы уровень в Подуне, а мы понимаем, что досуговых центров в Подуне нет, особенно такой направленности, которая даже в центральной части не для многих кажется это прибыльной. Но если вот это все сделать, то, конечно, это очень сложно, если включать эти 12,5 миллионов, которые я вложил. Да. Я не буду сейчас считать оборудование, это не так просто, Роман Романович. Да, но где-то от 40 до 50 миллионов это обойдется. Нет, по времени? Ну, не знаю, по времени год-два, но буду стараться. По крайней мере, внешний божеский вид я приведу быстро. Внешний божеский вид. Я надеюсь здесь на поддержку и империи, потому что они так-то стекло-то.